В этой инструкции мы рассмотрим действия администраторов сайта по управлению категориями и курсами. Только у администраторов есть этот блок администрирования. Он есть на любой странице, и там нужно найти группу меню «Курсы» и в ней открыть ссылку «Управление курсами и категориями». Запомните основные понятия. Вот это называется категории, в которых могут размещаться курсы. Вот эта категория содержит подкатегории. Например, в подкатегории резников имеется 6 курсов. Запомним, какие действия можно осуществлять с курсами. Каждый курс можно скрыть. То есть он не удалится, но будет никому не виден, кроме автора и администраторов. Его можно удалить, не буду показывать. В этом случае он переспросит, нажмете ОК, и он удалится. Его можно дублировать, сделать копию. И его можно вот так пометить и перенести в другую, любую категорию, если это требуется. Вот и все, что касается процесса управления курсами с точки зрения удаления или скрытия. Категория обществознания. В ней имеется один курс. Он появился недавно, поэтому вот здесь его в обществознании не было. И он отсутствует. Вот здесь в меню. Если надо, я сделаю. Категория география пустая. Ничего в ней нет. Поэтому вот в этом меню курсы я не создавал эту категорию. Спасибо за внимание. Жду ваших дальнейших вопросов.